А у меня опять работа с паяльником. Делаю за очередной запорный дроссель. Как помните, предыдущий оказался неудачным. Этот сделал на сердечнике от строчного трансформатора. 6 витков здесь, перехлёст и 6 витков в другую сторону. Будем смотреть, что сейчас. Этот разъем переделывать мне не пришлось. Все прошло через окошко. А с этой стороны вот сыродил, какую вещь, смотрите, на карточке, что было под руками. С этой стороны разъем, с этой стороны вот такая штуковина. По поводу вот этого железного окружения, мнение, что его снимать не надо. Если не понравится, значит сниму. Покажу, что получилось.